Россия не знает, что написано. Написано «Народный хор украинской песни Червона Колына. Город Ростов-на-Дону». О как. Афиша коллектив творчества медиа ресурсы учредители контакты. О хоре. Это хор в Ростове-на-Дону. Сейчас почитаем, что там был. Наверное, уже все, конец. Что-то попытки создания хора предпринимались неоднократно. Хор Червона принимает участие в сохранении и развитии украинской культуры в Международном фестивале российско-украинского украинской дружбы Шевченческая весна неокр... неоднократно выступал в городе Шахты перед членами своей самой молодой в нашей региональной национальной автономии городской. Организация украинцев на празднике Струны сердца в городе Батайске. Всегда с аншлагами проходят его концерты в Дворе культуры Ростов-Досуг и на других сценических площадках города. Круто. Щиро дякую спивакам и спивачкам за то, что своим мистецтвом они даруют нам радость. По-украински. Залишаются частично частынную, частынкую батькевщины сберегают для кожного украинца наи... наи... непонятно, не что написано. На эти плечи, наи чу, спа... где та вражня. Ведь у сего сердца божаю коллективу на натх... неня. На, на, и новых творческих успехов. Видели как? Да, вот еще. Блин, тут такие скриншоты. Непонятно, что написано. Значит, червона колына, гордость донских украинцев. О как. Ну как, гордость донских украинцев. Слово о хоре украинской песни. Слово о хоре, я вспомнил слово о полку игры. Слово о хоре украинской песни Червона Колына. Мне хотелось бы начать со строк, со из стихотворения нашего земляка, известного поэта Ивана Драча. И песня «Ця душа з усих потреб потреба». Лишь песня в сердце ширить, ширить межи неба. На солнца сияго и лиша, чем глибш, песня, тем яснее душа. Такова природа нашего народа, что песня служит одной из наиглавнейших потребностей его души. Попытки создания хора предпринимались неоднократно, но удалось им это лишь но удалось это лишь нашим энтузиастам. Называть фамилии не буду, вдруг вы там что-то будете искать истинным любителям и знатокам украинского народного творчества. Подстать себе сумели они подобрать и Хармейсера. Тоже называть фамилию не буду. Талантливую выпускницу Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова. Концертмейстера тоже не буду называть фамилию. Творческий труд профессионалов и самодеятельных артистов, певцов дал замечательный результат. Хор полюбили ростовчане, и он завоевал заслуженную славу далеко за пределами области. Нельзя не выразить в связи с этим признательность и руководство Дворца культуры Ростов Досух в лице его генерального директора Абачараевой, обеспечивший коллектив помещением для репетиций необходимыми музыкальными инструментами, национальными костюмами. Хор Червона Колына принимает участие в мероприятиях, проведимых что такое, с целью сохранения и развития украинской культуры, народного песенного творчества, ежегодным традиционным международном фестивале российского... Ну, в общем, короче. Ростовца, Украина.